Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. По соцсетям разлетелось видео, на котором дорожники укладывают асфальт на трассе Пуровск-Пурпе в проливной дождь. И, похоже, эта песня стала их гимном. Автор видео недоумевает, как в такую погоду можно выполнять подобные работы. Ответа от властей долго ждать не пришлось. Заместитель губернатора Александр Подорога объяснил, что асфальтоукладчик не работает во время осадков, а слой уложен на сухую поверхность. По его мнению, дождь начался уже во время укатки верхнего слоя, и останавливать работы в этом случае просто недопустимо. Кроме того, он сообщил, что взяты образцы полотна для анализа. Результаты огласят чуть позже.